Добрый вечер, уважаемые зрители. Сейчас будем уже начинается матч. Будем смотреть игру в рамках чемпионата CSGO.net. Это такой сервис, где можно делать ставки. Второй уже чемпионат. И буквально через минутку уже будет начало. Ножи уже наблюдаем. Это первая игра в рамках группы D у этих команд. Пошла заруба, резня полнейшая. Ну и команда из Дании берет раунд. Хочу раз напомнить о том, что сейчас групповые стадии, групповые этапы и призовой фонд составляет общий это $10,000. И за первое место это $4,000, за второе 2. Третье, четвертое получит по 1000. Ну а там дальше остатки будут распределены между местами до 8-го. До восьмого. Итак, уже пистолетка и датчане, ребята будут начинать за защиту на мираже. Это буквально выбор был команды Хей, то есть у них был пик между оверпасом и миражом, они выбрали мираж. Интересная расстановка, сейчас уже два пошли поджимать мидл, будут, наверное, стоять контроли. Это Рикса со своим напарником Идстой вместе контроль просто мидл, ничего не позволяет. Ну, а тем временем Хей, команда на шифте подходит под бэп, даже люркера можно не замечать, который мог бы быть в классическом Counter-Strike, да, часто видим, где кто-то стоит на апленте, и пошла раскита, заходит на Б, Алмазр уже делает свой килл консоли, выход на точку Б, также здесь есть, пропускает всех, Анжи убивает в ухо, одного всего лишь получается забрать, пошел размен, уже 3 в 3 ситуация, устанавливается бомба. Целая минута до конца раунда, но все-таки успели и пошел размен. Новол также забирает еще одного оппонента. Двое остались живых в защите. И пошел размен дальше. Алмазер забирает еще одного игрока. И всего лишь один. Инста пытался что-то сделать, но ничего не получилось. И команда Хей, то есть в составе которой играет 3 русских игрока, один украинец, 16 лет, это Новол, молодой и перспективный игрок, а также недавно присоединившийся к ним игрок, это эстонец Сия. 1-0 походит в копилочку первый раунд, и форсбай, видим 5 диглов сейчас, и одна всего лишь флешка у стороны защиты, они решили рисковать и сделать просто ждать засаду на точке Б. Это, в принципе, кстати, хорошее и правильное решение, в случае, если команда не зайдет на Б, и будет бомба установлена на большом пленте, то они просто могут засейвить и в следующем раунде сыграть уже повторный выпад и повторно угадать. Так, пошел, Новол уже делает килл на А-пленте, есть информация о том, что выходит сторона атаки на точку и будет уже устанавливаться бомба. Ну, как я и говорил, нет смысла сейчас никакого выбивать, пытаться как-то стреляться с атакой. Ну, достаточно будет правильным и весовым решением. Это просто засейвить 4 дигла. Как я наблюдаю, сейчас они без арморов закупились. Я, кстати, впервые вижу такое решение. Наверное, для того, чтобы было побольше гранат в случае, если будет полнейшее фатальное поражение. Ну, ничего не может быть лучше, чем просто забрать хотя бы одного-двух игроков. Или Патрон уже забирает на коврах с первого защитника в этом раунде. Первого защитника от его килла, это я так скажу. Новол делает размен, и уже Малик заходит в спину и пытается забрать еще одно сохраняющего оружие игрока. Нет, никому не удается засейвить в этом раунде, и в чистую, команда Хей в чистенькую выходит на этот такой форс-бай раунд. Это очень важно для атаки, играть в такие чистенькие раунды, их экономика начинает обретать краски, и деньги сохраняются, и это очень благополучно, в случае поражения им придется просто, они могут закупиться еще пару раз. Полностью эко-раунд, мы видим, защиты, и тут опять не угадывает вообще ничего, что-то то ли не фартит команде из Дании сегодня, то ли, может быть, не их день. Я наблюдаю то, что второй раз просто не угадывает капитан команды, и вот сейчас очередная стычка будет люркера, который в тот раз оставался. Пода, это ножик, да, зарезал Альмазра. Альмазр, да, пропустил. Ну, зря пошел, я бы так сказал. Ну, тут ничего не остается, лучше всего сейчас сделать засаду и максимально побольше выбивать девайсов. Ну, в принципе, максимум, что у них получилось, это одного всего лишь зарезать. Вот, и также консоль забирает еще и на зиге своего оппонента. Остается в живых Эль Патрон и Новол. 2 в 2. Новол забирает еще своего оппонента, и Эль Патрон, что ж, контроль, чтобы не вышел противник сейчас на точку, не раздефузил, да, не разминировал бомбу, которая уже вот-вот взорвется. С учетом того, что полностью был эко-раунд, команда сейчас
дала практически 4 минуса, да, сколько мы посмотрим. Не, 3 минуса, я ошибаюсь, 3 минуса дала. Это по экономике, конечно, очень сильно скажется. Сейчас атака будет закупаться, то есть минус 3 девайса, минус 3 армора. И, ну, закупка есть, полностью есть. И, в принципе, денег хватит еще даже на одну в случае там какого-то поражения. Классическую защиту, модель защиты ничего такого свежего не видим. Один в коннекторе. Инста держит с окна, кстати, наблюдаю АВП, которая играет с коннектора. Поменялись как-то. То есть зачастую АВП может играть в окне, но с коннектора. Ну а Молотова его отогнали, и сейчас идет просто вся команда Хей подходит под точку Б. И сейчас будет обычно разброс. Ну, чем там напоминает мне раунд первый. Пошел разброс, как консоль сразу первого убивает, был рассеялся, и Джиос сразу его разменивает. Джио. Молодец, сразу разменял, никакой бомба не дает поставить, сразу инста дает килл и пытается разменять патрон, не попадает с АВП, забирает всех игроков в атаке, ничего не получается сделать на этом раунде. И три защитника выживают и берут чистейший раунд, 3-1 счет, и сейчас как раз, как я и говорил, будет последняя закупочная. Закупочная стадия, ну то есть конечно, 8000 у Новела за счет того, что удалось засейвить в многих раундах, вот, и... Денег достаточно будет в случае там закупки на следующем. Два АВП уже. Одно будет играть с коннектора, а второе АВП на точке Б. Ну, опять Хей принимают решение идти на Б, но тут уже их консоль сейчас будет принимать с АВП. И уже видит сейчас заход. Опасный раунд. Флешки практически, ну, нету, которым можно было бы... А, вот, рикошетка. Рикошетку буду давать. Нет, это не флешка. Все-таки смотрим... Как видит эта консоль, промахивается с АВП, это очень был важный сейчас минус, знает о том, что сейчас идет заход Б, и еще раз промахивается, и тут идет полный выпад, попадает наконец-то сейчас, его сразу же разменивают, Джио, и все, это заход на Б, ну, нужно сейвить, ничего, зачем же инста полез, нужно сейвить, все, ребятки, не торопитесь, самым лучшим решением от вас это будет сейв, и продолжают все-таки, продолжают дальше ломать эту точку Б, они чувствуют слабину, видимо, подготовились к этой игре, сразу заметно, как они принимают решение. Ну, то есть, первый раунд зашли на Б. Потом отыграли два эко, из которых... Первое эко пошли на... Ну, такой форсбай пошли на А. Как-то вот все угадывают, все получается. Ну, конечно, оружейные раунды два подряд. Я наблюдаю, как ничем разницы нету между пистолеткой и эко-раунд. То есть, 4 раунда из 5 они уже отыграли просто на Б. Ну, а два промаха от консоли, конечно. Ну, может, нервничает, может, переживает. Первая игра все-таки в группе. Группа Д... Это группа D в этом чемпионате, и с ними вместе находятся также команды из Франции, это Envious Academy и Espada, то есть команда из России. То есть, можно сказать, две команды из России, одна из Дании, а четвертая из Франции. Уже был один стыковочный матч у команды Envious и Espada, там Envious победили. Ну, сейчас наблюдаем вторую игру в рамках этой группы. Закупили сейчас на последние денежки, то есть этот раунд сейчас для защиты безумно важен, потому что денег практически нету, ну как практически, их нету, то есть закупки не будет совершенно, плюс экономика полностью сбита за счет выигранного раунда, нельзя проигрывать после того, как ты выиграл. Экономика сбита, и сейчас выпад пошел на А, Люки будет принимать, ему молотов залетает под ноги, главное, чтобы сейчас он сделал какой-то минус, пошли дымы. Выход под флешку, ничего, просто решил ворваться и попробовать кого-то убить, все полностью, защита обезврежена, никто ничего, Джио убивает своего, и 2D хорошая подсадка получилась у Анжа, и они минуснули одного игрока, всего лишь два живых, долго бомба, почему не проходит дом, бомба стоит между и почему-то контролит, ну, атака, видимо, сейчас захолодится и просто отойдет, ну, ничего не надо, сверхъестественно умного придумать, 4 защитника уже стоят здесь и будут пытаться как-то выбивать точку. Ждут, пока поставится бомба. Правильное решение, не надо торопиться, бомба не стоит, но неизвестно, где могут их ожидать противники, но, что самое интересное, нет никого, кто бы мог сейчас просто отойти на точку Б. Все стоят сейчас под медлом, уже прошло буквально 20 секунд, как атака не принимает никаких решений, и бомба лежит в яме. Альмаз решил проверить, что же происходит у них за спиной, ну ничего не наблюдает, 29 секунд, нужно выходить, иначе просто могут не успеть физически поставить бомбу, и датчане, по-моему, понимают, что происходит, не меняют свою модель сейчас защиты, пошел размен, погибает Эль-Патрон, также почему-то отвалился консоль, он же стоял, о нем вообще информации никакой не было, 2 в 2 уже получилась ситуация, и...
в яме Алмазер, то есть не торопится, и на крысу спрятался Аль-Малик. Аль-Малик. Вот там Аль-Мазер делает размен. Но у него есть дым под ногами, который лежит, и этим может воспользоваться Рикса. Дает еще один дым, и вот просто дефузит бомбу в наглую. На шифте еще подходит к своему оппоненту, но он не успевает. Просто физически не успевает раздефузить бомбу. Надо было не отходить настолько далеко от этой бомбы. Все равно, в любом случае, противник или выходит с дыма, или не выходит с дыма. Решил то ли... Ну, решение такое себе было от датчанина. Можно было просто сидеть возле бомбы. То есть, в случае, если бы он сидел прямо на бомбе и убивал бы сейчас пистолета своего противника, он бы сразу мог бы начать дефузить и фактически успевал. Но не повезло. То ли не хватило, то ли распереживался. Ну, сейчас фулэка. Фулэка и Рикса только один с АВП будет сейчас. Ничего не остается, как просто рискнуть и дать первый килл. Вот он решил на медле. Ну, а тем временем российская, эстонская, украинская команда находится просто на обороне, занимает потихонечку точку, контролит все поджимы, чтобы, ну, контролируется, чтобы их никто из противников нигде агрессивно не подловил, потому что знают о том, что есть сохраненная АВП, то есть слонобойка с предыдущего раунда. Ну вот, пожалуйста, кстати, пожалуйста, Люки не сдержался и решил проверить, что же там в центре находится, любопытно ему. Пойду, говорит, проверю. Ну, вот таких обычно и ожидают. Ну, тут один, как почему-то вот четвертый раз у них, третья эко, да, третий раз у них угадывают просто куда зайти. Один всего лишь инста будет принимать и получает одну плюху от Аль-Мазера. Ну, и бомба полностью пустая. Сейчас будет установлена бомба. Рикса с АВП попадает сквозь дым. Ну, увидел, как в щель пробегал и попал. Знают о том, что сейчас АВП находится на шорте, то есть на короткой под Б. И вот в спину уже заходит Люки. Сейчас может попробовать даже убить своего оппонента и может даже и получится взять какой-то такой ретейк раунд в спину, получается, не убивает, 41 хп, да, попадает в голову, сейчас забирает калаш, может быть, даже и получится какой-нибудь ретейк. Очень важно, что сейчас делает Риксо, попадает с АВП, два игрока остаются против него, ну, ничего не получится, его просто контролят, один раз, 2D выходит, красивая игра была только что от команды Рикет, Трикет, да, от команды Трикет, ну, то есть, красиво в 2D вышли, в случае, даже если он убивает, они просто берут и размениваются. И команда берет свой раунд. 6-1. Экономика также не блестит сейчас ни у одной, ни у второй команды. Очень много делают убийств с двух сторон. И сейчас очень важны каждые раунды. Аль-Малик решил просто в дым сейчас выйти. Я такое впервые наблюдаю. Сейчас дым может рассеяться, его с трех точек видно, ни один. Очень важно сейчас выход на А, потому что только на них сейчас очень стоит этот дым, который Малик контролит на медле. Пошел выход на А, уже забирают одного контртеррориста. И тут всего лишь Рикса с АВП есть на джангле. Ну, он ничего здесь уже не сможет сделать. Он с АВП, ничего не остается, просто сохранить все оружие. Не получится выбить, бомба уже устанавливается даже на коннектор. Дым лежит, ну, не увидит консоль, ничего не увидит. Это чисто сейф. Малик тоже контролит сейчас мидл, даже он ничего не выходил. То есть вышел и вернулся обратно. Вот, пожалуйста, результаты. Новелз уже забирает также инсту, который решил почему-то проверить, да, как же там дела. Ну, вы же решили вроде сохраняться. Уже была установлена бомба, вы стояли в коннекторе, а потом дай проверю, да, как там дела она. Все-таки бомба поставлена, может, есть что, можно глянуть. Вот глянул, минус девайс. Очень неаккуратная была игра. И получил от украинского молодого спортсмена плюху прямо в лицо. Хочу напомнить о том, что, ну, кто знает, кто не знает, две команды сейчас сменили состав. Ну, как состав? Одного игрока. Вот. Хейн буквально недавно сформировались. И после чемпионата Kiwi Team Play Winner, они там заняли топ-4, они сменили игрока и взяли эстонца. Взяли эстонца к себе в команду. Джиа играет сейчас вместе, они тренируются. И вот сейчас уже в групповой стадии на чемпионат CSGO.net. Ну что, посмотрим, что же дальше. Мы наблюдаем 2 UMP. Достаточно много гранат, что, в принципе, может позволить. Хорошая засада сейчас под рампами. Ну и один Малик пытается как-то выкурить противников. Ну опять... Это Б бесконечно. Ой, попадает в голову прям консоли. Бомб забирает АВП и сейчас будет. Почему не ожидает? А, молотов лежит, поэтому он ожидает, что не будут его атаковать. Ну и захалдился Б.
полностью тишина. Как же Аль-Малик просочился на ковровый, просто забрал люки, который почему-то не забыл про ковры и передумал их смотреть. Идет перестрелка, Малик полностью зачищает точку А и кое-как Анж дал размен. Ой, 3 в 2, не без понятия, где могут находиться противники. Промахивает, Джио забирается еще консоль, промахивается. Ну и понимает, что точка Б полностью пустая. Сейчас Санж будет делать ретейк 3 в 1. Но здесь нет смысла, в случае, если ты хотя бы одного заберешь, тогда может как-нибудь получится. Но здесь уже Новал заходит в спину и удает голову. Ну, в принципе, я уже наблюдаю частенько похожие ситуации, когда Новал просто заходит в спину или там отрезает при первом заходе сразу в голову, и на этом все заканчивается, прекращается. Игра в одну калитку, в одни ворота. Кстати, что самое интересное, по аналитике, да, по документам, команда Tricket значительно сильнее. То есть они занимают 56-ю позицию в рейтинге мировом по HLTV.org. И показывают сейчас вот такую одноворотную игру, ну, то есть 8-1 сейчас, ну, правильно сейчас принимает решение тренер, нужно поговорить, обсудить, что же происходит на карте, потому что есть буквально фактически дыры, где просачиваются игроки террористов, и они просто проходят, вот как Малик просто вышел с ковров, ну, то есть, то ли дискоммуникация какая-то со стороны защиты происходит, то ли... забыл, то есть, сказать, то ли сам почему-то забыл про эти ковры, то есть, ну как просто Малик выходит в ползком с ковров и дает голову одному, второму, и полностью плент А пустой. Очередная закупка сейчас будет от Tricket. Решили поменять, наверное, свою оборонную политику. Опять два в яме, ну также у них близко сейчас находится инста, которым дают под флешку, вы под яму, а там уже три игрока, их просто принимают, там всего лишь одного получается забрать, ну и отходит, надо вовремя отойти, да, слепой полностью, Анж, нет, не отходит, решил остаться, растянулись по всей ширине, Риксос понимает, что на медле никого нет и просто дает об этом информацию, ну а то тем временем, кто бы это мог быть, Малик сейчас в андеграунде уже просто... Ой, спалился случайно. Есть уже о нем информация, что в андеграунде есть противник. Ну, поделились. Два стоят на Б и два на А. Это очень, кстати, хорошо со стороны защиты. Полностью мидл отдали, будут рисковать. Главное Анжу вовремя сейчас помочь инсте, иначе просто не получится забрать или там разменять вовремя. Три игрока сейчас будут выходить с ямы, но они ждут каких-то движений со стороны Малика. То есть он должен на себя стянуть противников, а тем временем уже Алмазер вышел и контролит под коврами, пошел дымочек на плент. Да, пошла полная раскидка, и сейчас инста залез наверх, чтобы, ну, мол, на молотове не спалиться. Ну, а тем временем Анжу его просто продаю. Пацаны, покупаем, продаем, не хелпаем, не помогаем. И также он продает еще и консоли. Ну, эх, ждал, наверное, на коврах. Продал на медле. На А, я бы так это сказал. Вот, пожалуйста, еще и килл от Малика. Ну, ничего пока не получается. Не помогла им пауза. Есть какая-то то ли волнение, то ли дискоммуникация. Хочу вообще сказать, что команда Хей, вот как заменили игрока, начали выступать очень хорошо. И сейчас есть результаты. Вот, допустим, на чемпионате Kiwi Team Play Winner они обыграли очень серьезных, то есть команд, допустим, Авангар, они у них выиграли, и то есть уже показывают хорошие результаты, несмотря на то, что сейчас команда название, да, и вот сам состав только образовался на HLTV. Ну, хотя ребята играют уже давненько вместе. Тем не менее, 11-й раунд. Денег у террориста уже много, на 2 точно закупки хватит, в случае даже и поражения. Один дигл, 2 флешки и всего лишь один М4 есть на стороне защиты. Делают такой форс-бай раунд на закупку, иначе просто не получится другим образом взять. Ну, ничего Хэй не выдумывает, а будут ломать точку Б. И хочу подметить. Ну вот это на самом-то деле, если так разобраться, это реально просто фарт. Ну, просто фартит. Куда ребята не выходят, везде угадывают. То есть, то ли капитан хорошо читает противников, ну, как читает, откуда же информация? Нету никакой информации там, есть нету. Вот, пошел выход, один всего лишь инста пытался стреляться, занимать точку, и все в дыму, и Рикса также пытается выйти, минус консоль уже. Ну, надо сейвить уже Анжу, иначе просто в следующем раунде
это очень сильно повлияет. Минус еще также и от Джиа. Делает красивых 2 килла Рикса, и Новел делает размен. Анжи остается один, ну, надо сохранять свой автоматик, иначе будет плохо. Ну, лучше сохранить, несмотря на то, что, конечно, у него есть деньги, вот 3700 у него даже. 7 убийств. Ну, лучше всех, конечно, сейчас идет Новел и Альмазер. У них по 11, 1, Новел 11, у Альмазера 12 фрагов. Шикарно. Ну, и Люки пока собраться не может, 2 фрага на 9. И 7-7 у Анжа. Ну, то есть, пока не могут найти сторона защиты какой-то ключик к этой атаке. Ну, надеемся, что, конечно, будет какой-то камбэк на стороне уже смены сторон. Так как сейчас, ну, этого фактически не наблюдается. Пошла закупка полная, есть все гранаты у защиты. И посмотрим, что нужно, необходимо, я бы сказал, поменять. Какие-то, может, выпады сделать. Потому что данная модель у них, ну, ничего не получается. Какие-то, может, заготовки, ну, со стороны Хэй мы наблюдаем просто, ну, опять под Б сосредоточились. Ждут какие-то поджимы, понимают, что сейчас может быть какой-то выпад. Вот я как говорю, что нужно поджать, нужно что-то сделать такое агрессивное. Не получается у вас сидеть просто охранять базу. Ну, не хватает коммуникации для того, чтобы вовремя как-то друг другу хелпать и закидывать гранаты. Ну, а в то время террористы это все полностью понимают, что их могут поджать. И вот уже просто халдятся, тут ранбуст пробежал даже с АВП. Или патрон сейчас будет проверять коннектор. Ну, тишина на карте. Полностью расточились, можно сказать, по всей карте. Все игроки находятся на своих частях, можно сказать. Вот. Нету места, где нету игрока. Практически вся карта занята. Вот уже консоль забирает наглого и агрессивного оппонента, который решил... Сейчас, я извиняюсь, надо выйти, иначе будет просто мешать. Забирает агрессивного наглого под Б Альмазера, и уже 4 в 5 можно разыгрывать ситуацию. Уже Люки понимает, что из ковров может выйти, и просто сидит и контролит ковры. А в те времена Джио собирает информацию по коннектору. То есть никого нету, никого не слышно, не видно, вообще тишина на полной карте. И опять террористы подходят под А, будет обычная классическая их разбросочка. И сплит с коннектора, с ковров и с ямы. Пошел молотов под ковры. Главное сейчас Люки давать свой килл, иначе просто ничего не получится сделать. Уже просочился Джио, проверил коннектор. Всего лишь со стороны респа будут защитники. Уже двое, один на пленте. Забирают Люки. Также Рикса делает размен. Не попадает, 2 раза с АВП. 2 в 3 ситуации. Рикса, ну, просто физически не успели, что-то затянули. Затянули этот раунд. Вот долго стояли, когда я вот рисовал вот эту карту, они вот на этих позициях реально простояли около 40 секунд. Ну, то есть, нет никаких движений, нет никакой информации ни у одной, ни у второй команде, ни об одном игроке. Единственное, отвалился Альмазер под Б, ну, на этом тишина. То есть, потеряли время, просто не успели поставить бомбу. Ну, а имплант достаточно плотно не проверили, решили побежать просто проверять респу. Итак, разброска сейчас уже на А, решили найти точку, слабую точку своего оппонента. Просто классический разброска, ну, зачастую. Что, ох, как сколько молотов, все горит, все пылает. Команда полностью слепая, но все равно выходит на точку. И сейчас в дым решил инста выпасть, красным остается, но ничего пока сделать не может. На пленте есть Люки, ждет заход на себя. Ну, важно ему сейчас делать килл, уже красный полез, забирает. Люки также делает еще один килл, и Рикса размеряет. Альмазер делает 2 убийства, 3 в 2, 2 в коннекторе. Сейчас просто консоль пытался контролить, ну, дымом отрезали их двоих, сейчас будут подсаживаться. Не торопятся атака, знают о том, что может зайти сейчас в спину бомба с 4 хп, сможет ли он ее установить с таким уроном, с таким дэмэджем. Очень много ему отняли. Бомба. 48 секунд, 47. Ну, достаточно хватает времени разыграть это, но Альмазеру не успеет, если он на шифте будет идти. Он потеряет около 20 секунд на то, чтобы проверить как-то мидл или точку Б. Кстати, в этот раз... Я наблюдаю такую же ситуацию, когда эти контртеристы просто не выходят и ждут их просто на точке А. Ну вот, пожалуйста, вышел, я не знаю, куда я смотрю. Альмазер забирает в окне Анжа и спиной выходит к консоли. Есть о нем информация, 2 в 1, 20 секунд, ему хаешка залетает. Прямо под ногу падает бомба красная, 1 в 1, и кто же все-таки Новел в этот раз не дает свой хедшот. И консоль, ну, переломили, вот 2 раунда подряд. То есть, вроде забрали...
в окне, 3 в 1 ситуация. Ошибка была в бомбе. Нужно было перекидывать бомбу в руки. В руки своему тиммейту, который 100, имеет 100 хп. То есть это очень важно. И так получилось, что, ну, будь какая-то гранатка, будь какой-то пистолетик, тебя зацепит, бомба не успевает сопоставиться. Вот опять очередная разброска, ну, то есть решили повторить этот же раунд, но, наверное, в этот раз уже будет выходить, опять все горит, пылает, молотом тушит всю эту, не кровяную, а можно сказать, да, пламенную агрессию, молотом также заиграет под ноги Люки, уже читают его, Джи отдает 2 килла, консоль вырывается просто в дым, знает о том, что сейчас будет устанавливаться бомба, она устанавливается на коннектор, ну, а тем временем Рикса и Анж просто в спине ничего не делают и, наверное, будут уже ждать игроков, которые будут убегать на сейв. Есть консолька, которого никто не прочекал, а тут и, кстати, может быть ниндзя дефуз. Очень, ну, нет информации о том, что есть со стороны респауна кто-то из защитников. Вот здесь не было точка проверена, потому что, ну, поэтому Новый может сейчас бежать и проверить эту точку. Но главное вовремя спиной пропустить. Также еще и патрон может посмотреть сейчас прямо на консоль. А вот подходит под бомбу. Не вовремя он выходит. Новый решил не отворачиваться под самый конец. И, кстати, буквально секунды не хватило. Если бы секунду бы позже вышел бы, может, даже и успел. Успел бы разминировать бомбу. Один анж засейл, сохранил оружие. Не будут уже его искать, денег вот совершенно нету, после двух выигранных раундов один всего лишь был, сохранился, денег, ну, вся команда закупалась до нуля, поэтому сейчас 1500, 1400, то есть, ну, в лучшем случае даст дроп засейвленный вепон, ну, то есть, оружие. Ну, за этим решили воспользоваться и просто пойти на Б. Ну, в принципе, это логично в случае, если, ну, не, понимая о том, что у противников совершенно нету оружия никакого, то есть там пистолеты, гранат нету отбросить, почему бы сейчас просто толпой не выйти и не перестрелять? Ну, без всяких там умных разбросок, это фактически не надо. Ну, консолька пока просто бегает, проверяет под Б, ну, в принципе, собирает информацию, что же будет. Ну, сейчас тут подготовленная, нашифрованная раскидочка и пошел выход. Да, пошли дымы, флешки, молотов всего лишь один был, но и также молотов залетает в ответку, консоль делает первое убийство, это не получается забрать ногу, и остается один живой Риксу, также его убивают и врывается инста почему-то быстро на план Б, забирает всего лишь одного, 2 в 3 положение, бомба лежит. Стоит, а это он просто ждут, собирают информацию о противниках и просто на заходе без установленной бомбы. Команда Хейз забирает этот раунд. Очень интересно, кстати, то, что просто никуда не торопятся. Вот просто зашли на Б, убили всех. Они понимают, что есть еще 2 противника, ну а где они, мы не знаем. Есть смысл установить бомбу? Зачем? Еще минута целая до окончания раунда. Давайте просто дождемся, узнаем, где они, а потом установим бомбу. Просто я взял то, да, то есть... просмотрели все точки, ну и, в принципе, контртеррористы почему-то рванули на выпад Б, да, то есть на выбивание Б без установленной бомбы. Зачем? Как? Почему? Ну, было. Было. И Трикет, хочу подметить, что они в октябре 2017 года выиграли LAN-турнир в Германии, что, кстати, тоже является очень интересным фактом. Но, тем не менее, по статистике 12-3... этого не наблюдается. Не наблюдается этой сильной игры со стороны Дани. Тут уже пошел выпад на А. Но он просто закрывает поджим. 3 ствола. Понимает, что может сейчас агрессивно выпасть террористы на респу. И тут уже пошла перестрелка. Алмазер просто как ковбой пытался убить. 2 в 4. Бомба стоит. Ну, проверить надо было. Не проверил. Сейчас спиной. Его просто пропускает сейчас... игрок атаки, в дыму сейчас ставит, дефузится бомбу, ну еще и ножом ничего не успел, просто раздефузил и все. Ну, надо было или как-то стрелять, наверное, ножом промазал 2 раза и все, бомба раздефузила. Интересная, кстати, игра только что была, то есть даже, я бы сказал, не игра, а раунд, потому что атака просто выпала на респул, ожидая там противников, а на самом-то деле, я забыл поменять, очень важно сейчас, ставочки, я извиняюсь. 13-3 и Force Buy сейчас будет такая закупка. Аккуратно ждут
просочились по всей карте террористы, и сейчас будут, наверное, ожидать просто каких-то поджимов. Им ничего не остается, как просто контролить все точки. Проверять и контролировать. Еще минута целого времени, бомба стоит сейчас под... А, вот, пожалуйста, залетело от Люки хедшот, это как раз вот дропнутый калашик был. Ну, пока не торопятся выходить на точку. Тем временем Анж просто пострелял, пошумел, бросил дым и стянул на себя, ну, то есть двух контртеррористов, Алмазера и Малика. Джо делает 2 килла в яме, видит бомбу, ну, просто вышел и убил. Может быть, так нужно играть с ними? Бомба лежит, есть информация, сейчас просто все контртеррористы стягиваются сюда, но сейчас, конечно, еще успел выйти. Нет, не вышел еще, пока Эльпатрон забирает их в медле и также забирает на коврах. И последний, Анжа находит Алмазер в центре. Ну вот, наверное, так. Наверное, так нужно играть. На защите, говорит команда Хей своим оппонентам. Видите, ребята, вот так, просто перестреливать и все, ничего выдумывать умного не надо. Вы паузы делали... Сидели просто на каких-то точках. Джо просто поджал мидл, яму точнее, да, поджал яму и говорит, вот, пацаны, вот вам 2 хедшота. И все, и ничего нового. Опять, кстати, закупка, третий подряд, решили на ничью не играть, и ну, сейчас классическая разброска. Кстати, что интересно, модель защиты полностью сдалека, понимая о том, что там пистолеты. Выдумывать ничего не надо, ждут, пока рассеется дым. А тем временем Алмазер уже даже и поджать успел. Пошла разброска, да, выход на А. Все сейчас просто врываются. Дым есть, новел слепой. Ну, стоит просто контроль поджим. Не увидел флешку и получает в кабину просто от Люки. И бомба уже установлена. 4 в 4 идет перестрелка. Малик перестреливается, но пока безрезультативно. Все террористы в коннекторе сосредоточились. А тут Малик просто взял и убежал от них. Вот-вот, кстати, рядышком были. Сейчас 3 игрока будут выпадать со стороны... респауна, да, а один Алмазер, которого уже забирают в коннекторе. Ну вот сейчас получится выбить, доказать, что у вас все-таки крутая защита или нет. Нет, все-таки инста делает 2 хедшота. Ну, первый хедшот в голову на убийство, а так голова тела. Ну, последний патрон, Эль Патрон, не успевает. Наверное, хотел дефузить, потом нет, не буду дефузить, буду сейвить, нет, не буду. 22 хп, наверное, даже взорвется. Ух ты, 3 хп получил засейвить. Может, все-таки и вот это. Ну, ключ, может, и нашли, но денег сейчас, ну, буду закупаться. Контртеррористы будут закупаться и показывать зубы, продолжать дальше. Потому что сейчас ничего не получается у датчан, несмотря, да, то есть на коэффициенты, прогнозы и прочее. Шикарно играет команда Хэй, ну, или подготовились, или просто знают своих оппонентов. Опять будут пытаться делать эту разброску, раз один раз получилось, можно и второй раз. А тем временем Новел зачищает, говорит, пацаны, никого нету под Б, можно выходить сейчас всем идти на А. И вот, пожалуйста, сейчас главное, очень важно отбросать гранатки, чтобы хоть как-то захолдить, застопить террористов. Вот пошла разбродка, Джо горит, но никого не получается забрать. Алмазер слепой, патрон делает свой килл. И получится ли забрать на коврах? Нет, пока не получается. Алмазер делает 2 килла под коврами. И уже в спину заходит Малик. Не знает о нем информации, один в один. Есть. Ой, как ты, Анж, почему не повернулся? Есть было, ты же знал о том, что с ямы заходит в спину. У тебя было буквально 1,5 секунды. Ну, тут опять заметна какая-то дискоммуникация. 15-4. 15-4. И уже, наверное, в одном шаге от 6 очков в группе. У команды Хей. Ну и, в принципе, сейчас с пистолетами они уже перестреливаться на больших дистанциях не могут. Сейчас будут выходить на точку А. Уже Алмазера убили под Б. И почему-то стянулась вся защита, стянула, ну не вся, 2 игрока стянулись, просто думали, что это может быть выпад Б. Ну, кстати, могли выпасть, если бы сразу сделали, но пока захолдились. Всего лишь один калаш есть у Люки, он с него сделал первый минус. Тишина, минута 15, решили просто собрать какую-то информацию по противникам, узнать, где находится большинство,
Ну а тем временем Новел просто под флешечку вместе с Джуа. Да, Джуа вместе с Джуа поджали яму, ну, собрали о том, что информации никакой нету, и отошли. Тем временем сказав своим тиммейтам, что чисто, ребята, можно стягиваться под Б, что в принципе и сделали. Вся команда стоит под Б, уже с АВП контролит какой-то выход. Ну, а тут Рикса с андеграунда будет закрывать, наверное, со стороны коннектора. И сейчас вся надежда на Новела. Ему важно сейчас давать как минимум 2 килла, иначе не получится взять этот раунд. Ну, если его, да, отрезают его дымочком, секунды на секунды падает. Ну, дым не успел раскрыться, и Анж повернулся ухом. Знает о том, что сейчас находится под ним консоль. Флешка в лицо. Ух ты, как прошил. Попадал, но не добил. 4 в 4. Сейчас будет разыгрываться ситуация. Вот, пожалуйста, вы... консоль просто забрал, да? Залез, забрал и ушел. И решил ворваться дальше. Ну, решение было хорошее, потому что услышал, что оппонент перезаряжается. Уже 2 в 3. Ничего не получится. Тут уже Люки просто бежит в коннектор, потому что знает, что на него поставлена бомба. Ну и сейчас уходит на сейв. Ну, в принципе, с учетом того, что у вас столько в запасе раундов, зачем сейчас козу тянуть, если можно отыграть просто на сейве. Ну, тут отрезает инста, да, он хэдшот даже разменял. Ну, жаль, конечно, что получилось забрать. Не дает Люки за сейв. Не дает, знал о том, что будет сейвить, уже была какая-то информация, бомба пикала. Ну, надо на фулл эко выходить. Экономика сбита, полностью релот, так как один игрок выжил в предыдущем раунде, и была закупка до полного нуля, и сейчас будет форс-бай. Потому что следующий, ну, добавит хотя бы немножко больше, и после двух эко и форс-бая можно будет хорошенько закупиться. Итак, Альмазер уже один всего лишь находится под Б, слышит флешку и говорит своим тиммейтам о том, что вот у меня есть. Тут уже мидл занялся. Вот мне нравятся вот такие выпады, когда всей толпой, все вместе, есть какая-то единая идея, под флешку врывается, Джио забирает из своего оппонента, минус Рикса, падает бомба, лежит у них сейчас, и тут всего лишь один консоль, который просто останавливает и не разрешает своим оппонентам ничего сделать. Говорит, ой, Новел еще так же забрал. Хорошо сыграли, но консоль не поторопился и просто разменял. Сделал 3 килла. Один Альмазер сейчас будет, наверное, сохранять кольт, который у него есть сейчас на руках. Это будет, в принципе, славное решение, с учетом того, что в следующем раунде вообще будет фулл эко. Фулл экономический раунд в следующем. Денег совершенно нету. Ох, заметил. Ну, нельзя стреляться, ну зачем? Тебе вот нет смысла сейчас давать какие-то убийства, потому что... денег у террористов достаточно, то есть, ну, не принесет плодов, если ты убьешь одного игрока. Ну, нету никакого смысла в этом. Но решил все-таки выбить, как хотя бы одного не получилось. Ничего, теперь фулл эко, пистолеты всего лишь у Альмазера, да? Да, у Альмазера P250. А так бы с кольтом мог бы играть. Как-нибудь вот сейчас под флешку этот кольт мог бы даже очень сильно и пригодиться. А тут просто контроль мидла, понимает, что может то же самое произойти, и собирает просто информацию Люки. Никуда не торопятся, ребята по всей карте растянулись, контролит коннектор, контролит под Б, мидл, вот просматривает Люки, и тишина. Также яма, ну вот АВП в яму, решение, если пятером на его зажмут, ну конечно бомба на Б может пойти поставиться, но АВП могут потерять. Ковры никто не смотрит, могут сейчас... с коврова поджать его, ну вот сейчас он по таймингу повернулся. Ну а тем не менее потихоньку террористы проходят уже по андеграунд. Нету вообще никакой информации, ничего не слышно, они смотри как ходят всей толпой вообще. Это на самом-то деле это очень правильно. Командная игра, все четко, вот какой тайминг. Только взял дым в руки, а тут добрый день, я Малик. Можно пулю в лоб? Можно, забрали калаш, ну ничего не остается. Ну бомба, куда ты? Люки, отдал бомбу, боже, сейчас на тебе молотом под бомбочку. Мы сейчас, пока ты будешь забирать, мы сейчас всей командочкой подойдем. Вовремя потушил, под флешку, топит просто в дым. Всей толпой перестреливают, да, ух, еще и Малик получил, дал хэдшот. Да, и вот какая перестрелка, вот, пожалуйста, результат. Это все потому, что вовремя просто была не поднята бомба. Интересно, успеют как-то поставить, бомбу поставить успеют, а вот раунд может проиграться. Вот Джиа уже в шорте.
просто сейчас будет играть на информацию. Ему главное сейчас чекать, проверять и все. То есть, ну, позиции на самом-то деле хорошие. Позиции хорошие. Главное сейчас Люки, ну, вовремя не отдаться. Ему как минимум одного нужно забирать. Вот уже ему Инста подходит на помощь, понимает о том, что нету с респы никого. Уже игрок на пленте, сейчас будет минироваться бомба. Инста замечает первого, Малик его разменивает. И также Люки пытается разменять. Ну вот, пожалуйста, Свекстрон Джио, если есть дефузы, могут успеть. Пишет ГГ уже Инста. Понимает, что это ГГ. Да, успевает разминировать бомбу. Буквально на последних секундах. Нет, не успел. Буквально доли секунды, уже все ГГ написали. Да, вот это зарубка. Буквально в секунду, даже там меньше, чем секунду. Доли секунду не успел разминировать. Ближе был бы к бомбе, как всегда, да? То есть, может быть, даже успел. Или там дефуз. Ну, теперь полная закупка, что самое интересное. А у террористов все погибли. И денег совершенно нету. Ну, закупились до полного нуля. Ну, главное сейчас брать раунд, иначе будет релот экономики, и будете с пистолетами доигрывать уже этот матчпоинт, который стоит против вас. Вот Анж уже пытается стреляться, получает хэдшот через стену, 31 хп проседает. Ну, ничего не стоит, что уйти, иначе хае, вот, пожалуйста, хае залетела, вторая залетела. Мог бы сейчас эти две поймать прям в ногу, с учетом того, что у него 30 хп. Что закрылись вообще, атака закрылась, ничего не лезет, никуда пока не выходит, яма уже могла поджаться, ковры уже могли поджаться, ну, пока рассчитывают на то, что защита будет играть аккуратно и не выпадать никуда. Вот три с коннектора просто бегут, забегают, сейчас вот минус уже Малик на коннектор. Неужели это будет сейчас камбэк? Заход на точку А, под минус на пленте, один всего лишь Джуо, ничего не получилось сделать, Альмазер, ну получится там АВП, его сейчас три ствола контролят, уже Эрикса забирает, последний эльпатрон с АВП, бомба устанавливается, 3 в 1, зато два игрока очень сильно просели, простреливает через стену. Ну, тут, конечно, 10 хп и 100, ну, важно Эрикса забирать, а там уже как по ситуации, но бомба очень интересно установлена. Прям на них, поэтому посмотрим, какое решение принимает. Дымочка нет, чтобы потушить молотов. Ну, лучше, конечно, сейчас просто уйти на сейф и засейвить АВП, иначе в следующем раунде оно очень даже и пригодится. Да, да, правильное решение. Сохраненное АВП. Денег мало. У всех команд полностью на нулях. Но зато, как ни крути, ну 7 матчпоинтов в кармане. Осталось главное одно. Этим не воспользоваться. Хуже всего будет, если сейчас команды просто так. Я очень жутко просел по FPS, судя по... Надеюсь, что FPS восстановится. Отлично, матч приостановлен. Я как раз сейчас постараюсь успеть перезайти, иначе... Дикие глюки. Так, я извиняюсь, у меня реально какие-то дикие глюки. Может, это и с сервером что-то случилось. Сейчас перезайду. Перезайду в Counter-Strike. Надеюсь, все будет хорошо. Так, я уже близок к событию. Подключаемся на сервер. Там как раз команда взяла перерывчик и будут сейчас обдумывать. Все-таки, да, хей, необходимо обдумать. Что же у них в защите не так? Потому что вроде за атаку играли, все было хорошо. Да, я даже и успеваю еще на матч. У меня все отлично. Пауза до сих пор стоит. Все, отпустили паузу. Ну и закупаюсь такой, да? Кто-то засейвил, какой-то в UMP, видимо, у Альмазера. Есть Дигл, ну и первый армор.
учит троих игроков. Один Новал сейчас ничего не закупил, кроме, да, пистолета и гранат. Ну, то есть армора нету. Угадывает сейчас, АВП пытается угадать Эль Патрон и решил пойти под Б, потому что часто слышал, чтоб ходил туда игрок и пытался как-то с ним повоевать. Ну, два игрока под Б и три на А, то есть мидл полностью отдали. На центре никого нет. Ну, а террористы играют опять свой классический раунд. Просто контроль поджима. Ну, вот, пожалуйста, сейчас флешка. И слепой Анж. Ну, вовремя главное разменять его. И инста не получается ему разменять. Тут главное сейчас, чтобы вовремя АВПшник подошел как-то подхелпать. Ну, почему же не подходит Эль Патрон? Кстати, мог бы забрать и помочь как-то убить. А в то время, то есть, ну, просто стрельба, постреляли, ушел. Кстати, хорошо. Хорошо сыграл, просто забрал игрока и ушел. Логично, да, сейчас было сменить вепон, АВП играть красным, конечно, лучше. Джио уже в яме поджал, контролит. Ну, то есть мидл как полностью отдали, сейчас будет заход на А. Знает о том, что есть два игрока на Б, слышали, была информация. Один из них их поджимал, второй помогал. Как-то консоль уже забирает в яме. Вот один сейчас новый, на него большая надежда. Сейчас на пленте, вот, пожалуйста, еще и молотов залетает на респу. Минус Эль Патрон. Как четко вовремя-то отрезан. Ну, Новал, давай, давай экшен. Давай, выходи, бомба устанавливается. Ну, как не проверить топ-лейн? Почему же такое происходит? Бомба лежит 20 секунд до конца раунда. Забирает. Малик делает размен. Люки стреляет за одним игроком. Джио делает килл. 1-1 ситуация. Малик красный. 13 секунд. Бомбу нужно ставить или забирать, что-то делать. Ну, тут есть, кстати, первый армор. Непонятно, кстати, что может произойти. 7 секунд. Поставлена бомба. Люки не знает, где он может быть. Малик выходит. Красиво вешает хедшот. Что-то растерялся, Малик. Не знал, где может быть противник, то туда, то сюда. И, в принципе, Люки просто вышел на префайр и сразу попал в голову. Очень важно забирает раунд для своих тиммейтов. И, кстати, успел поставить бомбу. Ну, успел, у него 13 секунд, у него, в принципе, выбора не было. Вот сейчас как раз будет именно тот раунд, который они обсудили на паузе. Так как защита пока не получается. Вот ничего сделать. Есть 5 проигранных подряд раундов. И есть где-то ошибка. Постоянная ошибка, которая происходит. Кстати, опять обычный дефолт. Просто не, ну, контролят все точки. Никто ничего. Кстати, что интересно. Нету. У них два разных дефолта. Один дефолт на закупочный раунд. Второй дефолт на эко-раунд. Вот бомбочка уже идет в сторону мидла. Как же они будут сейчас выходить сюда, здесь на мидл, если здесь может быть противник? Инста забирает уже на плен на А и здесь пытается стреляться двумя игроками. Ну, кстати, очень... Как же промазал? Как же... Ну, Альмазер еще сделал свой килл на шарте. Делает еще один килл на шарте. Промахивается Рикса. Ну, как же ты так промахиваешься? Ты с бомбой. Знает о том, что здесь бомба. Уже стягивается помощь на сторону точки Б. И сейчас будут... консоль заходить со своим напарником под Б. Ну что же делать сейчас здесь инста на медле? Чего же ничего не происходит? Пожалуйста, еще Рикса забирает Эль Патрона на коннекторе. Уже 3 в 3. Усложнили себе ситуацию. Новал разменял его на шарте. И сейчас, пожалуйста, консоль забирает на пленте. Ну как так? Не забирает в спину. Еще Рикса сделает свой килл. Ну, бегут фастом на Б. Ну, зато набиты. Один, может быть, даже и получится взять раунд. Посмотрим, как разыграет его Малик. 2 в 1, знает о том, что бомба сейчас на Б, ну, забросил, как гранатка не взорвала, один с ХП, и вот Рикса забирает последнего. Ну, в спину не убил, два раза Рикса, три, то есть ошибок с двух сторон было достаточно, но, в принципе, команды сыграли so close. То есть непонятно, кто бы, ну, мог взять этот раунд даже и на середине этого размена. Трикет, кстати, что самое интересное, очень вовремя разрулили ситуацию 4 в 3. И принесли результат своей команде. Вот два игрока уже... опять форсбай приходится делать такой, да? То есть полузакупочные. У них сейчас всегда будут такие раунды, потому что денег уже, экономика не сбита. Денег уже практически добавляется много. Ну, максимально сколько можно добавлять в Counter-Strike в случае поражения. И сейчас вот, пожалуйста, тот самый классический их раунд, который они играют на защите. То есть... контролят поджим, контролят антиэко раунд со стороны атаки. Сдалека даже вот смотрят поджим точки А.
Ну, а контртеррористы сейчас не играют вместе, как мы наблюдали в начале игры. Были такие интересные, кстати, классические моменты. Пошла, кстати, флешка, занимается мидл по флешке. Консоль проверяет, патрон делает килл, еще дает хэдшот. Консоль, нужно разменивать срочно, не получается, выстрелит 30 пульку. Непонятно куда, и всего лишь Рикса выходит, наконец-то разменял этого наглого патрона, который, кстати, успел еще и перезарядиться. И знают о том, что два игрока сейчас находятся на медле. В спину Джей уже заходит. Один сейчас новел. Ему главное сейчас не палиться, просто сидеть на точке и как-то пытаться сделать хоть минимум одно убийство. 30 секунд до конца раунда. Бомба уже пытается устанавливаться. Получает красный. Опять бомба красная идет на плент сама. Но что это происходит? Новел дает дым себе под ноги. 22 секунды. Сейчас будет просто выпадать со всех сторон. Контртеррористы, вот, пожалуйста, голова раз, и голова не получается, но, тем не менее, новый на нож пытался посадить, 12 секунд, бомба будет устанавливаться, Альмазов вырывается и забирает последнего игрока, 16-10. Поздравляем команду Хэй с победой, с первой победой на этом чемпионате. На этом чемпионате в рамках группы D, напоминаю, это первая встреча. Спасибо всем, кто смотрел. До встречи. С вами был Визик.